Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами психанутый видос, решил я трешануть. Запарился я уже бегать, сливаться на битве гильдии на PvP локациях и в запределе. И решил я сегодня просто тупо взять и прокачать у себя вот свою землеройку. Я уже говорил о том, что надо просто героя качать. И мы это делаем, просто качаем его сейчас. Так, надо, кстати, зарегистрироваться на атаке фортов. Завтра на вечер. Вы влепили по лайку. Сейчас посмотрим, что с этого получится, с нашей землеройки. Но ее однозначно надо докачать. Нифига себе. Подгонов. Почему я качаю землеройку? Потому что это, наверное, один из самых востребованных героев. Сейчас у меня, по крайней мере, на моем аккаунте. Для PvP локаций, для битвы гильдий, землеройка очень круто помогает в этом, и без нее, скажем так, никуда. Тем более, если рассматривать запределье, там однозначно этот герой просто тащер. Так, у меня больше землероек нет, 100 кгшки есть, будет куда кгшки слить. Так, отлично, делаем. Идем на вторую эволюцию. Как хорошо, когда у тебя есть книги на бездонате и ресурсы. Нифига себе. Они просто, знаете, они просто хотят, чтобы эволюцию самики подкидывают еще. Это просто ужасно. Они просто хотят, чтобы донатили. Посмотрите, это просто жесть. А ты заходишь, ты только начал качать героя, у тебя сразу вылетает один пак, вылетает второй пак и вылетает третий пак. Но вот этот пак, конечно, обалденный. Девятый эмблем, блин, ну круто. 1500, вот это однозначно топовая провизия. Сразу же три комплекта. Короче, хотят, чтобы им донили только так. Жесть. Ладно, поехали. Поехали дальше. У нас есть чем заниматься на аккаунте. Хорошо, когда книги есть. Единственное, плохо, что нету много камней. Ой, хотел чихнуть. Короче, пишите, будь здоров, если чё. Так, поехали дальше качать. Будем очень долго качать. Сейчас скачнем и протестируем заодно. Хочу сбегать на какие-то по локации, посмотреть, что моя землеройка сможет сделать. Понятно, в такой сборке она, скорее всего, будет сливаться на героях с отражениями. Но на моей силе, на моих... Скажем так, у моих противников этого далеко нет, поэтому не стоит, скажем так, печалиться. Так, давай. Блин, капец, сколько мы самого сейчас просрём. Просто жесть, ребят. Вот обменяем книжки немного. Вторая эволюция, просто изи, сразу же. Блин, жесть, конечно. Сколько можно было синих и зеленых героев вытащить? Нифига себе, еще сами кидали. Ну, красавчики. То чувство, когда IGG не оставила тебя без самоцветов. Такс. И тут у нас... Конечно, с такой и с такими хранилищами этими это задротство качать. Но надо это сделать, надо сделать хорошую топовую землеройку. И просто тупо всех шатать. Ну, всех это я погорячился, конечно. Так, есть. Так, отлично, это мы получили. Ну, не знаю, к чему это все будет.
Ну, я думаю, мне намного легче должно быть, по крайней мере, с противниками 200-300к. С такой землеройкой, если мы не будем попадать на отражалки, землеройка, как вы знаете, игнорирует уклонение, то есть герой 100% попадает. Урон, от которого нельзя увернуться, это один из тех героев, может даже единственный герой, который очень крутой против уклонений. Если другие герои там этого не могут, то тут пофиг, тут точности даже не надо, этот будет тащить. Так, ну что, бум, сделали максималочку. 200-я землероечка, ребятушки, вот так вот. Конечно, с книгами печальненько, но все равно фрейку я по сути дальше качать не могу, у меня не хватает апекс камней, как видите, а вот землеройку надо качать. Ой, мы там эмблемку можем, у меня есть в принципе подашка. Еще интересного есть с девятых пактик есть. Можно поставить ему даже пакт, чтобы он шатал просто. 98 левел, офигеть. Издевательство, короче. Нифига себе, у нас силушка поднялась. Так, добиваем 98, идем смотреть на нашу льбу. Сейчас мы еще сделаем аугментацию, если у нас, конечно, хватит ресурсов. Я очень сомневаюсь, но... Я решил сегодня психануть и прокачать эту землеройку. И посмотреть, что в итоге у нас получится. У многих ребят ее нету, но землеройка это просто, просто кайф. Так, давайте добиваем. Вот знаете, вот когда пригодились новогодние подарки от IGG. Хоть не надо долго фармить. Так, есть. Сейчас наша землеройка будет просто всех разваливать дико. Так, ставим девятый пакт. Интересно, что по судьбе, мы там тоже ж можем что-то поднять еще. И отсюда еще статок наберем. Сейчас, короче, Сардаля будет всех разваливать. Реально, что надо без доната? Пару, несколько топовых героев и все. И у тебя просто все в шоколаде. Так, поехали. Дальше буду качивать. Нифига себе, мы и дальше можем качать. Офигеть. Даже, они хотят сказать, что мы даже можем сделать 11 скилл, что ли. Это просто читерство будет. Вообще просто огонь, ребята, посмотрите, что у нас делается. Нифига себе. Нифига себе, я прокачал у себя землеройку. Воспламенение. Так, интересно, а какой же прорыв мы все-таки сможем вкачать? Тоже очень удобная функция. Интересно, что у нас в итоге получится на локациях. Да, мы тут сейчас еще и прорыв нормально вкачаем. Но давайте сначала не до прорыва, давайте сначала сделаем. Потому что здесь могут понадобиться книги. Хотя эфира у нас хватает. Просто же, смотрите, что делается. Что мы творим?
Аугментация есть. Созвездие активировать. Карт, к сожалению, у нас нет. Вот вот такое. 4-5 сразу же на атаку выпало. Что-то у меня есть, бывает, по чаркам. Ну, ничего такого интересного нет. Окей. Я чувствую, мы будем всех рвать просто. Просто брать и рвать. Так, оставим такую. Давайте созвездие немножко потратимся. Крит, атака. Конечно, оставим. Это ж без донат. Вообще огонь. Все, ребята, сейчас мы будем просто тупо рвать всех во всех локациях. Так, ну прорыв, думаю, до 10 должно хватить, по идее. А может и дальше даже хватит. Ресурсов, в принципе, у меня для прорыва хватает. Я не стал там качать, у меня есть оккультист. Можно было, в принципе, как вариант прокачать оккультиста, но я думаю, я его сделаю следующим. Потому что оккультист тоже классная тема, офигенная даже тема. Но я вот в основном сейчас бегаю здесь на PvP локации, и мне надо, чтобы герой и дамажил, и блокировал. Оккультист, он больше для отхила, ворожай у меня есть, и ворожая надо сделать. В общем, дофига надо всего сделать, но на все не успеешь, скажем так, все не прокачаешь. Так. Наверное, до 10 качнем, и нам хватит. Дальше нету смысла его качать. Лучше оставить книжечки для прокачки потом еще какого-то героя. Напишите, какого героя вы думаете, я прокачаю следующим. Может, я опять психану кого-то другого прокачаю. Качаю кого-то мега-имбового атланта, который будет просто тупо сливать всех. Кто его знает? Так, все, 10-й, отмена, харе. Вторая, говорю, еще раз на авто нажал. Нет, ну 10-й как-то не смотрится. Давайте сделаем хотя бы. О, нифига себе, смотри. Оп, чик. Хотя бы 11-й сделаем. Чик. Все, 11-й есть. Отлично. Ну, нормальные силы, кстати, прибавили. А теперь поехали посмотрим, как мы будем сейчас на своей силе в рейдах рвать. Это не точно. Смотрите, чик, и сразу же минус. Но вот это вот реально кайф. Вот для чего я качал этого героя. Для того, чтобы заходить потом в рейды, там, в какие-то локации. Просто тупо в кайф вот так вот уходить в инвиз. Но зато я с собой убрал еще пару героев. То есть... Ну, можно подашку ставить на отражалках, чтобы не сливался. Ну, посмотрите на это. Просто песня, как по мне. Сразу же. Теперь, я думаю, и в других локациях мне намного проще будет. То есть Фрея выкинул, раз, чик. Ну, надо ставить однозначно, видите. То есть тут проблема отражалки стоят. Ну, вот минус сразу несколько героев. А если же брать там, то даже PvP, за башку пойдем. Создать команду, какой там пачки в этой, да? Отлично. Ну, я не знаю, на кого, конечно, мы сейчас попадем, но даже так. Скидку взять. А, ну понятно все. Все, короче, понятно с битвы, с этой. Все равно кого-то да ушатали мы, наверное. Против таких, конечно, мы не попрем. Это вот один из минусов, то, о чем я давно говорил. Но вот, посмотрите, что вы на это скажете? Один герой и сразу же шатанул целую пачку. Понятно, он слился, тут и другие посливались, но хоть какой-то у нас шанс есть затащить. Нифига себе, смотрите, что мы делаем. Вообще красавчики. Просто тупо разрываем вторую эволюцию. Просто изи, ребят. Вот для чего нужна землеройка. То есть для PvP локации это просто подарок. Понятно, тут нас сейчас просто ушатают, посливают. Но вся надежда на то, что нас там Фрея затащит.
Надеюсь, у него Фрейи нет. А тут наша Фрейя просто будет сейчас божить. Вот, пожалуйста, затащили. Хоть какой-то шанс у нас есть теперь. Его можно... Ну, вот это понятно, надо еще сделать несколько эволюций. Но вот то, что он делает, это просто бесценно. То есть, по сути, герой именно для таких вот локаций, для битвы гильдии. Я, конечно же, прокачал его не зря. Я хочу за пределы бегать больше на этом аккаунте. Поэтому для этого мне однозначно нужен такой герой, который будет хоть как-то их блокировать, не давать включаться. Ну, без землеройки сложно. Плюс он, как вариант, если будет нормально жить, то есть если ворожей отхил будет и оккультист, будет возможность сливать, блокировать фрей, чего многие не могут сделать. Ну вот, пожалуйста, еще одного ушатали. Ну, тут уже, конечно, жесткие пачки дальше идут. Понятно. Можно сразу выходить, сливаться. Вот давайте, есть у нас запределье. Ай, нажал на эксперта. Вот куда нам надо. Посмотрим, что мы тут сможем сделать хотя бы. Хотя бы прикинем. Не обязательно, конечно, проходить. Не, ну, не обязательно, обязательно, но не факт, что мы тут что-то сможем сделать. Отлично. Так, ставим его позади. Позади, позади. Рейка. Так, вот такая вот пачечка. Поехали, пробуем. Чик. Вот смотрите, вообще песня. Единственное, наверное, надо поосторожнее, надо поставить все-таки. Урона дамага у него и так хватает, видите. Надо поставить, попробовать дашку все-таки. Надо ворожая прокачать, чтобы, ну, посмотрите, вообще просто налегке. Это именно то, ради чего я его, по сути, и качал. Чтобы вот так вот в адском режиме без проблем хотя бы первые левела проходить. Тут, конечно, как повезет. Вот, все, он ушатался, то, о чем я говорил. Попали на отражалку и туда зашли. Ну, попробуем сейчас, может, повезет нам, и мы дойдем, пройдем первый левел хотя бы, переснем его в конце. Ой-ой-ой-ой-ой. Походу, сливайте воду. Да нет, посмотрите, что делает Фрейка. Давай, Фрейка, тащи. Так, Фрейя против Фрейи. Я не знаю, ли у меня там есть. Посмотрим рекламку. Ну, я так, мало ли, какая там реклама может вылезти от AGG. Вы же это все прекрасно понимаете, что это ужасно. Не могу просто. Вот знаете, AGG с каждым разом все больше и больше удивляет. Ну, интеграция, вот хоть хотя бы где... Мне поможет. Вот смотрите, только чик. Отлично. Раз, зашел. Все, изи просто. Такс. Хранитель. Я попробую землеройку. То, о чем я говорил, попробую собрать. Не надо нам столько, попробуем вот такой вот вариант. Ремка он сразу же включится. Поехали. Ну, в любом случае, я уже для себя увидел хоть какой-то шанс на прохождение. Так, клона мы уберем, поставим сюда рогатку. Еще надо, знаете, что надо воодушевление сюда, чтобы землеройка просто так не сливалась.
надо ватрушку, чтобы все время включалось. Но вот вам, пожалуйста, хоть и слились мы, но хоть какой-то шанс у нас уже есть пройти дальше. Так, там опять же землеройка. Там уже вражеская землеройка. Но у меня Фрея есть, в принципе, моя Фрея должна дотащить. Хоть какой-то шанс у нас на бездонате да будет. Так, Феникс. Блин, одна пачка лучше другой. В принципе, мы должны их тоже затащить. И просто налегке. Посмотрите, что делается. Здесь землеройка нам очень нужен был. Ну да ладно, попробуем таким вариантом, может, из... просто налегке, ребят. Вот Фрейка тоже. Именно те герои, которых надо качать. Надо еще ворожая этого, я думаю, без проблем будем фармить Мэри. По крайней мере, мы проходим хоть какой-то этаж. Без донат. Там на донатном аккаунте просто тупо нифига сделать не можешь. Так, отлично. Давай тащи. Рейка, давай, шатай его. А надо ворожая еще подкачать. Вообще будет супер. Ну, видите, надо определенных героев. Так, тут командора. Наверное, напасть на это. На этом, наверное, у нас закончится сейчас все. Хотя у нас есть еще один рез. Может, мы его используем тоже. Попробуем. Хоть как вариант заблокировать их. Давайте откроем сундучок. Не хватает места на все. Да. И отлично, место есть. Вот так вот, ребятушки, психанули мы и не зря, по сути. По сути, очень даже не зря. Надо, конечно, немножко будет потом улучшить героя. Но и даже так, я вам скажу, шансы у нас просто космические. По сравнению с донатным аккаунтом. Так, пробуем. Вообще супер, посмотрите, что это было. Что это было? Это наша землеройка, просто красава. Так, Дрейка у нас и Хрона ушатали, но зато мы прошли дальше. Отлично. Дальше я не знаю, как дальше пойдет, но супер. Так, самое главное, чтобы у нас отхил был. Надо. Уронин, блин, жестко. Так, тут так. Отлично идем. Блин, конечно, потеряем возможность реза, но хоть какой-то шанс пройти дальше у нас да будет. Не знаю, не жалею вообще нисколько, что прокачал землеройку. Хоть он и дохнет, но зато он дает хоть какой-то шанс на втором этаже, ребят. Второй этаж. Но такой силе, конечно, такая. Ай-яй-яй-яй, поспешил я напасть. Но надежда у нас есть. Фрейка, давай тащи. Красавица вообще. Так, потеряли мы ворожея. Но я думаю, сейчас у нас шанс самый вообще отличный будет. Так, не знаю, сейчас смотрим, что тут у нас треснулся. Так, ну пробуем. Второй этаж, ребят.
Почти. Почти, ребята, почти у нас получилось. Но, по крайней мере, шанс хоть какой-то дойти до сюда есть. В общем, вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.